Мониторинги на строительном рынке Азербайджана осуществляют автобусы мобильной службы «Асан». За 10 месяцев работы центр осуществил 43 мониторинга. Из них лишь в 10 были выявлены нарушения трудовых отношений, составлены акты и направлены в соответствующие ведомства. Компании, в зависимости от пунктов нарушения трудового законодательства в строительных компаниях, могут быть оштрафованы от 1000 манатов и выше. Отметим, что мониторинг строительного сектора осуществляется в строящихся в Баку многоквартирных зданиях. В случае заключения сотрудниками трудового договора у них появляются права на получение в будущем пенсии, страховых выплат при получении травм или инвалидности. При этом работодатели соблюдают не только законодательство, но и нормативы по обеспечению безопасности сотрудников. Это обязывает работников соблюдать определенные обязательства. Мониторинг каждого отдельного сотрудника компании занимает до 1 минуты. Это возможно благодаря интеграции систем министерств по чрезвычайным ситуациям, налогов, труда и социальной защиты населения, а также доступ к базе данных МВД по выдаче общегражданских паспортов. При возникновении определенных вопросов как предприниматели, так и работники строительного сектора могут обратиться в Асан Коммунал номер 1, где ответят на все вопросы относительно трудового законодательства, касающегося строительного рынка. Кроме того, функционирует официальный сайт центра, где вся информация предоставлена как в текстовом, так и в аудиоформате для людей с ограниченными возможностями. Эти трудовые договора несут временный характер, поскольку процесс строительства занимает от 1 до 3 лет. Когда здание отстроено, договор аннулируется. Сейчас в базе данных имеется информация о заключении около 16 тысяч активных трудовых договоров. Фарис Джафаров также отметил то, что год назад в электронной базе количество трудовых договоров в сфере строительства насчитывало всего 9 тысяч. Однако сегодня эта цифра превысила 33 тысячи. Отметим, что снос аварийных и старых многоквартирных домов осуществляется на основе постановления Кабинета министров о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития районов города Баку. Фарида Ашралова, Рауф Гусейнов, CBC.